Всем еще раз привет, всем доброе утро. Я сегодня, признаюсь честно, хочу спать. Но, тем не менее, так. Судя по тому, как эта коробка стоит, как-то странно, честно вам скажу. Ну, я ее сюда передвинула. Я думала, честно говоря, она полегче. Ладно, открываем. Когда французы упаковывают товар, они это делают изумительно. Но если вы на картоне уже... Так, у меня ходят на заднем плане там туристы, не обращайте внимания, они просто кого-то ждут. Так, когда я получаю поставку Матильды, я всегда обращаю внимание на вот такие вещи. Если на картоне есть какие-то повреждения, держу кулаки, чтобы этих повреждений не было внутри. Если что-то приходит разбитое, поломанное, это не вина французов, они упаковывают это просто идеально. Это вина тех, кто поставку это делал. Вот если когда-нибудь ко мне приходит картон, и на этом картоне видно вот такие дырочки, может такое быть, что внутри что-то разбито. И даже если к нам в магазин приходят злые тетки, нас это не интересует по той причине, что у нас там вот целый клубочек счастья стоит. Нет, была одна вредненькая тетечка, но зато после нее двое вообще супер, заберут позже зайчиков. Так. Часть картона стоит там, но здесь мне как-то удобнее, скажу честно, и привычней это делать. Я увидела что-то очень-очень-очень красивое, и теперь хочу в первую очередь это открыть. Ха-ха-ха. Мои любимые елочки. Мои любимые елочки. Я знаю, что елочки дорогие, но... Эти вещи, они очень красивые. Я помню, мы когда заказ оформляли, мы еще с Люцем переглянулись несколько раз. Но я ему говорю, слушай, ну ведь это же все потом подходит. Посмотрите. Мне нужно было сегодня какой-то другой цвет одежды подобрать, чтобы был больше виден контраст, наверное. Но я сегодня в пастельных тонах, в нежных. Вот, так же, как и наша дорогая Матильдочка. Так, это елочки. Понятно. Я буду позже делать видео, как я это все между собой комбинирую. Из окошка придется все абсолютно достать. Дальше. Что это? Это тоже, наверное, елочки. Я поставлю елочки в окошко. Это не елочки. Ух ты, что это такое? Я знаю, что это. Это с подсветкой. Вот такие вот классные штучки. Нужно поставить батарейки, и они светятся. Очень тонкое, красивое стекло. Так, я тебе перчатки сниму, потому что они меня с толку сбивают. Посмотрите. А теперь представьте, это в комбинации... Кстати, я пытаюсь уже неделю дозвониться до человека, который обслуживает наши кассы, чтобы этот подлец пришел. Я, наверное, позвоню все-таки в бюро его шефу,
чтобы он пришел и настроил мне программу, потому как у меня сейчас другой ноутбук, которая распечатывает ценники. А он не приходит. Поэтому, не знаю, начинает он меня уже немножко расстраивать. У меня, вы знаете, я же дева, да, у меня всегда терпение адское. Но уже Рождество, пришел новый товар, нам нужны ценники, потому что ценники помогают людям в магазине ориентироваться. Вот в этой штуке внутри гирлянда. Если вдруг кто-то это закажет, ну и, например, как говорят немцы, Scherbenbrennenglück, разобьется это, к счастью. Не выбрасывайте это стекло. Когда-то они уже были у Матильды в серебре. Теперь вот они миксуют золото с нежно-розовым. А знаете, что сделала я? Я оставила эту гирлянду как гирлянду, а вот это вот стекло сложила в тканевый мешочек, измельчила и в красивую стеклянную вазу, и ту гирлянду, которая внутри, в эту же вазу, а сверху декор. У нас полный ресайклинг, все можно применить. Класс, спасибо. Я решила все-таки сделать это все немножко по-другому. Я разделила, где аксессуары и где камешки, свечи, парфюмы, наполнители. Я все это решила разделить, потому что открывать это все очень долго. Я сейчас вам показываю 3 лимитированных парфюма. Я уже здесь этим так надышалась, как ежик в тумане. Смотрите. Один называется у нас Амбра. Давайте его Амбра называть, язык не ломать. Хорошо? Второй, по-моему, наш Софиндор, оранж. Тут, кстати, оранж пахнет как печенька это пахнет. А вот и наша ель. Я вам сейчас скажу, что здесь французы обещают, что касается запахов, да, но изначально, перед тем, как я это озвучу, чтобы вы не зацикливались на этом, я вам скажу, какие ощущения лично у меня. 2 новых аромата, третий мы знаем, потому что он... третий год подряд уже просто вот по-сумасшедшему здесь востребован. Посмотрите, пожалуйста, эти наборы тоже пришли, эти свечи тоже пришли. Очень классно они разделили эту поставку, я так считаю, потому что много аксессуаров, но также есть камешки, подарочные наборы. Упаковано уже красиво. Так вот, Амбра. Амбра, 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 амбра. Пробуем. Я уже после этих 3 не слышу ничего. Но я знаю, что амбра пахла чем-то сладеньким. Там чувствуется розочка, там чувствуются какие-то ягодки. Но стиль рождественский. Теперь смотрим, что нам французы говорят. Мистериоз. Мистический. Девочки, делайте скрин. Ориенталь. Угу. Бергамот. Розовые ягоды. Роза, амбра, санталь, чеддер. Так, это наша печенька, которая называется Orange Etoli. Чихать буду, они очень интенсивные, но мы тут уже перепробовали все на свете. Так, это печенька. На Рождество, когда в супермаркетах покупаете кекс, вот печенье, пряности съесть. Вот мне уже, наверное, когда пойду очередную порцию кофе брать, возьму себе такие вот, знаете, сердечки в шоколаде, вот так вот пахнет. Апельсин, мандарин, ну понятно. Корица, вот, это корица, это запах корицы. Джинджер, ваниль, чеддер. Это корица, я поняла. Фух. Так, ну если я еще это брызну, это вообще будет здесь просто для следующих посетителей полный трэш. Я очень люблю Софиндод, это елочка. Она не пахнет классической елкой, она пахнет вкусно, в ней тоже есть апельсин. Все 3 аромата, которые я сейчас вам показываю, давайте еще последний скажу. Там зернышки сосны,
нордические северные ягоды, сандал, дерево, чеддер. Все три. Они пахнут нетипично. Как вот всегда это принято в Матильде, пудровые, нежные, воздушные. Нет, это четкие конкретные ароматы. Одного нажатия достаточно для того, чтобы же просто улететь вот этот вот романтический астрал, как я это называю. У меня здесь уже смешалось все на свете. Я сейчас очень быстро переворачиваю камеру, показываю вам, что пришло. В следующем видео наряжаем окно. Затем будем смотреть, какие цены. Здесь вот стоят аксессуары с подсветкой, елочки, все, что хочешь, в общем. А мы сейчас идем по ароматам. Лимитированная упаковка, естественно. Естественно, золото. Посмотрите, какие расцветки. Как красиво. Спреи. Все три. Здесь сумочки. Мы их немножко позже откроем. Бумажные с бантиками. Наборы. Подарочные. Так, что это за запах у нас? Это наш кексик. Там уже есть маселка. Там уже есть перышко. Перышко, обратите внимание, с розовой ленточкой. Не с бежевой, а с розовой. Вот такой набор. А здесь ключик новый. Ключ к сердцу, ключ к счастью. Красиво. Смотрите, как ключ сделали. Форма другая. Я знаю, что здесь 6 камней. Давайте посмотрим. Да. Две елочки, два лосика, два ангелочка. Они очень маленькие, это подарочные наборы. Подождите. Все-таки не получается двумя руками. Что это? Это свеча, которая горит 40 часов. Давайте посмотрим на нее. Девочки, там такой состав стоит в описании. Что вы скажете, зачем нам твои черные свечи? Давай нам эти. Красиво. Запах. Вы чувствуете этот запах? Пахнет вся улица. Картон пахнет, магазин пахнет. Не знаю, что здесь доминирует. Все классно. 40 часов. Класс. Вот такие наборы. Ангелочек, ангел-хранитель. Три штучки. Уже в мешочках. Какой запах? Запах елочки нашей. Здесь опять подарочный набор. Я поняла, камешки одинаковые, только разный аромат. Что это такое? Иди сюда. Вау! Диффузор и камень. Камень, кстати, очень увесистый. Вот эти наборы я не могу заказать два раза. Все то, что сейчас стоит в этой расцветке, это только один раз. Понятное дело, мы будем еще заказывать ароматы, диффузоры, но вот эта подарочная упаковка и вот такая комбинация, это я могу заказать только один раз. Что это такое? Я поняла. Вот что это. Получается, бутылочки подходят с узором свечей. Всего остального. Золото. Много золота. Опять такой же набор. Елочка. Какой запах. Это все эти три лимитированных. Опять набор. Видно, да? Что это такое? Это третий диффузор. Такой. Сколько там? 100 миллилитров бутылочка, палочки, вазочка, все там. Еще один набор. Ангел. Ангел и масло. Я знаю, что внутри. Амбра.
Я не могу вам передать, как интенсивно это пахнет. Пахнет все, пахнет упаковка, пахнет вот эта бумага. Посмотрите. Иисус Христос, Мария. Вот эта штука может пахнуть года три. Вам для нее не нужно никакого масла. Вес хороший и интенсивная пропитка. Вот это то же самое, только в различных упаковках. И разные у нас ароматы. Я тоже хочу такое крепись. Видите, да? Причем это такой декор, который вы покупаете один раз на Рождество, ставите в дом, делаете своего рода алтарь. Знаете, да? Ведьмочки делают на Хэллоуин алтарь, люди делают на Рождество особенное место. Так я все показала, ничего не забыла. Вот здесь мы еще не были. Что это такое? Это свечи. Свечи. Только 4 вот таких набора. Давайте смотреть вместе. Я поняла, все 3 лимитированных аромата. Красиво. Очень красиво. Так. Закрываем волшебной коробочкой, смотрим, сколько они горят. 28 часов одна свеча. Аксессуары тоже очень красивые. И на твои игрушки пришли, я их уже убрала, стоят они в стороне. Елочки с подсветочкой, всякие разные вещи. Кстати, я с цветом очень угадала, потому что эти расцветки, они будут замечательно смотреться здесь. Поэтому, мамочка, пока тумбочка домой не приедет, пока тумбочка побудет в магазине Trends & Troyes. Класс. Пора делать здесь революцию. Я буду сегодня делать прямой эфир. Обязательно буду. До начала прямого эфира я посмотрю, где какие там цены. Поэтому готовьтесь сегодня вечером. Я буду очень рада, что касается карты там... Там еще делать и делать обзоры. А, мало того, я вчера совершенно забыла. Оригинальные от Ла Скарабео пришли талисманы. 3 штуки жрица и 4 жрицы и 3 императора. Вам всем удачи. До вечера в прямом эфире.